Ислам Магомедов приехал в Хасавюрт из Кизляра для того, чтобы поучаствовать на республиканском турнире по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт», который проходил в спортивном зале филиала Республиканского педагогического колледжа. С детства спортсмен выступает на всевозможных первенствах, является чемпионом мира и двукратным России. Занимаюсь с детства, около 8 лет уже занимаюсь кикбоксом, потому что нравится мне этот вид спорта. То, что... не знаю, вот к нему тянет, к этому виду спорта, то, что ниже пояса ногами не бьют, вот то, что на руках больше работа, ставка на руки идет. Не только бокс, но еще и ноги. На турнире в северной столице Дагестана принимало участие 107 кикбоксеров со всей республики. В список участников вошли и 7 чемпионов России, есть также 3 чемпионов мира. А это, как отмечают организаторы соревнований, говорит о том, что уровень и масштаб на самой высокой планке. 3 команды с Бабаюрта. 2 команды с Кизляра, с Хасавюрта 2 команды и Тарумовка. Ребята с Кизляра есть у нас, вот, кто назвал чемпионом мира, он 10 чемпионов мира. Ахмедов Раджабулах 63 боксирует, Магомедов Ислам, то есть Кизляра 71. С нашего года Магомедов Магомед 63 килограмма. Организатор соревнований, тренер-преподаватель специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва имени Гайдарбека Гайдарбекова, сам является неоднократным чемпионом России, а также победителем многих международных турниров. 8 команд приняло участие на турнире по К1 в разделе «Фулл контакт» на призы заслуженного тренера России Ахмеда Ахмедова. Касаясь того, какое внимание этот вид спорта занимает, но в цепи единоборств, которые есть в Республике Дагестан, скажу, что далеко не последние. Несколько человек в составе сборной России принимают участие на матчевых встречах между сборными других стран, сборной против мира и так далее. Поэтому есть интерес, есть ребята, те, которые занимаются. 4 возрастные группы, в каждой из которых по 10 весовых категорий. По итогам всех поединков, 3-е общекомандное место у Хасавюрта, которые завоевали 8 золотых медалей, серебро у Бабаюрта, в копилке у которых 9, и 1-е общекомандное место у сборной Кизляра, в основе у которых 14 медалей высшей пробы. Арслан Дациев, Алмасхан Амаев, информационная программа «Пульс».